Привет. Вот у нас три пачки вот таких вот кирпичиков. Что мы решили сделать? Решили сделать вот таким вот способом. Вот такой вот у нас дверной проем. И мы решили просто вот так вот это все красивенько сделать. Каких-то 5 минут. Дело пошло, да? Дело пошло. Дело 5 минут. Вот открыли первую коробочку. Вот такой клей. Тяжелый, 5 килограмм, для мозаики. В общем, вот такой вот. Ну, все знают, что показывать. Ну, все, покажем, что получится. Вот так вот у нас получается все это. Вот так вот выглядит. Немножко не доделали мы. Открыли уже вторую коробку. Начали делать вот эту вот стеночку возле входной двери. Вот так у нас получается. Так, вот тут Ксюша тут. Вот так мы все делаем вместе, сплоченно. Контент пропустили. Пирог со сливой. Косточка. Сливочка была. Подними. Там была слива. Так, ну что, вот сижу, монтирую вам влог. Тут у меня Андрюшка. Все уже? Ну, вверх. С картона делаем. Просто закончилось, я еще не стал. Чуть-чуть. Практически вот здесь вот все сделано. Остался верх.
Вверх мы как-то будем еще думать, что мы тут сделаем. Потому что вот тут вот такая вот штука, видите, получается. Не знаем, что придумать. Так, еще вот у нас коробочка тут. Не знаю, сколько Андрюшка, что-то все закрыл. Остается вот Ксюшин верх. Вот этот верх. Коробки-то еще много осталось? Угу. Так, в общем, вот так вот у нас красивенько теперь. Оформлена дверь. Шикарно просто, я считаю. Мне нравится. Верхушку потом доделаем, тут покажем. Это вот у Ксюши так. Ксенька там уроки учит. Так. Ну вот тут быстренько пирог сделали с Ксюшей. Сейчас что-нибудь сварим. Что мы сварим? Вот кидаем лавровый листочек. Пятерки вот купили вот такие вот креветки по акции. Почему тут вот так вот отрывается такая вот. Интересно прям нам стало, что это такое. В общем, не важно. Вот купили мы креветки по акции. Вот так вот они там замороженные. Сейчас быстренько их водичку отпустим. И вот такой будет у нас ужин. Посолили, поперчили лавровый листик, положили. И варить их не более 20 секунд. У меня, наверное, уже больше получается. Все, вытаскиваем и кушаем. Все, вот такой вот у нас ужин. Всем приятного аппетита! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и всем пока-пока!